Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр, и мы сегодня опять вместе с вами, я имею в виду с подписчиками, собрались немножко поиграть в Among Us. И если вам понравится этот ролик или вы захотите меня поддержать, вы можете это сделать с помощью лайков. Итак, друзья, мы играем на первой карте, два у нас предателя имеется в наличии, и кто-то, какой-то чувак, написался моим ником, я предатель. Когда-то я так подписывался, но ладно, пускай все думают, что Перпетум это он, так будет даже интересней. Ну что ж, давайте начинать. Что ж медлить? Медлить не нужно, пора либо умирать, либо убивать. Блин, у чувака офигенный скин с противогазом. Я такого почему-то не видел. Надо будет его как-нибудь обязательно примерить. Итак, я не предатель. Ник у меня, кстати, бойтесь, да, чтобы все боялись и не трогали меня, не убивали. Так я буду жить дольше, надеюсь. План, ну, как бы, хороший, звучит классный. Классно, что должно сработать. Так, выполним несколько заданий для начала, а потом уже будем заниматься вычислением предателя. И я предатель. Вот на кого я обратил внимание, что-то он постоянно... Да ладно, уже! Уже? Да ты что? Такс, окей. Кто убил бедного Оранжа? Как? Когда? Где главное? Что происходит? Мы не успели из комнаты выйти. Где-то слева. В смысле, в управлении? А, этот... Я... Предатель, ты заметил? Похоже, он заметил. Просто он побежал туда раньше, чем я труп не увидел. А кто здесь был еще? Хм. А, управление. Хотя управление ж вроде рядом. Так, ладно, все, все, друзья, под вопросом. Я не знаю, за кого голосовать. Может... Да нет, предатель не мог так быстро успеть убить. Нет, это были бы глупости. Я, в общем, не знаю. Блин, и даже обидно, что я ничего не знаю, и даже догадок нету ни одной. Вообще, какая-то мистика произошла, как будто он сам просто взял и умер. Я скип. Скип, скип, скип. Пробел перед вопросом, бойтесь, это Саня. Меня что, опять палят, что ли? Не только у меня, у ёжика тоже пробел перед вопросом. Я как бы не я, я не я, меня подставляют. Нет, 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 это не я, другой, вон, ёжик, у ёжика такая же ситуация была. Ладно, никто ни за кого не голосовал, в общем, мы лишились Оранжа, очень мне его жалко, он пожил совсем мало, был молодым, полон сил и отправился умирать. Так, а я должен выполнять задание дальше. Пойду... А, управление, да, в другой стороне немного. Я спутал с комнатой навигации. Я и не мог видеть. Предатель у нас здесь. Выполняют оба задания. Так, выполняет Никсон и предатель. Хорошо, это очень хорошо, что они задание выполняют. Отлично, успел. Морик. Просто пришел наблюдать. Никсон, предатель, Морик. Вроде нормально. А вот... Вы прикалываетесь? Ну, это никто из них. Никсон, предатель, Морик точно нет. Джамарн тоже не может быть, скорее всего. Или он выбежал из комнаты. И быстренько прибежал к нам. Такое, в принципе, может быть. Где убили? Вот это, если мы узнаем, где убили, то это хоть какую-то информацию нам даст. Под администрацией. Хм... Половина людей действительно была в управлении. Тут с этим не поспоришь. Это факт. Я видел этих людей. И я... Так, а кого не было? А кого не было? Степной. И второй. Как там его? Второй степной шейд. Их не было. Кто-то из них. Кто-то из них, я уверен почему-то, что Шейд или Степной. Ну, этого, понимаешь, Шейд? Ты говоришь, что запускал реактора, но мы проверить этого не можем. Я, короче, за Степного проголосую, пожалуй. Его я вообще никогда не видел. И в прошлый раз его поблизости не было, и сейчас то же самое и с Шейдом. Как бы ситуация такая, интересная. И он голосует дольше остальных. В
Все скипнули, да блин. Я вам говорю, что Степной и Шейд, два предателя. Стопудово. Посмотрите, посмотрите. Ну, могу ошибаться, но скорее всего так. С ними рядом лучше не держаться. Смотрите, если сейчас Джамарн умрет, то это стопудово Шейд. Так, а я пойду хоть что-то выполню в хранилище. Мне одному, конечно, очень страшно. Меня не боятся. Меня никто не боится. Я хотел, чтобы меня боялись. Я хотел быть страшным и злым большим чуваком. Но никто меня не боится. А вот в электричество идти прям супер стрёмно. Там кто-то может сидеть в вентиляции, и он прям выскочит, вонзит мне нож в глаз. И будет обидно. А сейчас я вообще ничего не вижу. Кого убили? Предателю, я говорю! Стопудово, где? 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 Степной, я же говорил Степной. А Монинг... А кто? Морик, Морик же был с нами. Никсон тоже был поблизости. Короче, Степной. Никсона я видел, когда были убийства. Хотя предателя два. Давайте за Степного. Чё-то он какой-то стрёмный, этот Степной. Шейд тоже проголосовал. Согласен, Никсона, на Никсона я не думаю. Блин, хоть бы за Степного проголосовали, пожалуйста. Окажусь неправ, ну, извините. Окажусь прав, вообще будет классно. Уже троих мы потеряли, надо действовать, мы все время скипаем. Это же плохо закончится, мы все будем мертвы. Ребятки, давайте, давайте. Сделаем это, просто возьмем и сделаем. Хотелось бы, чтобы все было... Вот, видите, как он отнекивается? Хотя Никсон не может быть. Понимаете, они друг против друга. Так что кто-то из них, я не знаю. Ёжик покинул игру. Блин, ёжик, ну ты чего в самый разгар сражения покинул игру? Так, Степного давайте выкинем, да? Степной оказался предателем. Да, я говорил. Ха, получи. Yes. И второй Шейд. Вот прям стопудово. Или Никсон. Нет, Никсон не может быть, потому что он против Степного гнал. Никсон в безопасности. Хотя это, возможно, хитрый ход. Джамарн. Ну, что-то какой-то он непонятный, Джамарн этот. Ну, не знаю. Никсон стопудово нет. Они бегают вдвоем за мной. Джамарн? Нет. Никсон, давай держаться вместе. Нас тогда не одолеют. Мы с тобой будем жить. Я верю Никсону. Морик, Джамарн. У них странные ники. Трудно про... Трудно произносимые. Так, Никсон, давай-ка зайдем с тобой в электричество починим. Так, беда, 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 беда. Где-то беда, я туда не побегу. Я осталось выполнять задание, там и без меня справятся. Но я тогда пропущу убийство. Ну справляйтесь, ребятки, у нас утечка кислорода. Надо что-то предпринимать. О! Шейд оказался не предателем. Опа. Либо Морик, либо Джам... Морик, наверное. Или Джамарн. Ну нас всего лишь, блин, осталось как бы... Кто из них? Морик или Джамарн? Фиолетовые. Фиолетово мертв, о чем ты говоришь? Никсон нет. Я думаю, что Никсон нет. Так.
Я бегал вместе с Никсом, ладно. Никсон, за кого? За кого будем? За кого? За вам? Дай за Морига. Морик, отлично. Давай, братан, я доверюсь тебе, твоей интуиции. Если окажется... Ну, если Джамар накажется, это будет, друзья, фейл. Пожалуйста, Никсон, не ошибись. Красава, Никсон, мы с тобой сделали. Бэмс! Сначала Степного выпилили, потом Морига. Отлично, Никсон, мужик. Отлично. Все, Никсон, молодец, блин, братан. Все, прям... Наконец-то победа, причем уверенная, серьезная. Да, многих потеряли, но мы сделали это, класс. Следующая катка, поехали. Оп, периодик YouTube зашел. Ха, дружище, привет. Я тебя на стриме видел вчера. Тексы. Всем здорово, друзья, кто новенький. Но я здороваться не могу, я не выдаю себя. У нас тут секретная шифровка. Все должно быть под покровом тайны. Иначе будет неинтересно, я думаю. Блин, опять член экипажа. Но два ковбоя. А вдруг именно два ковбоя и есть предатели? Типа шериф и второй. Но а Никсону доверять второй раз уже не стоит. Хотя он что, он не ливнул же, я надеюсь. Что-то я его не увидел. Блин, так быстро. Утечка реактора. Никсон здесь, да, все хорошо. Никсон с нами. Скачаем информацию. Надо держаться толпы, тогда удается выделять предателя. Чисто дедукция. Метод дедукции. А, Денарчик, а чё ты побежишь за мной, да? Нет, Денарчик не убийца, я думаю. У меня проблема, что я быстро забываю ники в этой игре. И потом путаюсь. Это чтоб тебя, стреляй. Периодик, только не окажись предателем. Я... Да ты, блин! Ну ты мышь... Куда ж кореш мой? Денарчик, я труп! Наш дошел же! Ты чё, посмотри, я лежу мертвый! Давай, ты что? Ты ж видел, кто убегал, братан, давай! Периодик, пожалуйста! В смысле, где ты его нашел, друг? Ты нашел его? Как, где? Или нашли другой труп, а периодик этот труп просто не заметил? Ах... Да, нашли другой труп, а периодик не видит в упор. Ну, то есть, ни один я такой невнимательный, братан. Ну, что за дела? Меня... А тебя кто? Блин, пипец. Подозрительный зеленый, братан. Что ты заливаешь? Ты убийца. Хватит заливать. Стоп. Стоп, а кто меня? Подождите, я что-то запутался. Я сам себя запутал. Ёлки-палки. Меня Днарчик убил, а не периодик. Чё, их там... Блин, Саня, серьезно? Ладно, ладно, смотрим, что же будет происходить дальше. Смогут ли наши победить или нет? Троп мой лежал вот здесь. Да, периодик, я говорю, что он не это. Короче, жесть. Друзья, жесть. Я сам себя запутал, нормально. Сам себя запутал. Так, ну ладно, буду следить, буду задание выполнять. Но типа уже не интересно задание выполнять, когда ты мертвый. Интересно наблюдать за людьми и смотреть на ситуации различные, которые тут происходят. Вот так круто. Никсон, друг. О, я могу в космос вылететь, забавно. Никогда не пробовал этого делать. Ага, еще одного убили. Милкшейка, кто его вальнул? Не пишу восклицательные знаки и вообще знаки препинания, чтобы не выдавать себя. Кто убил Милкшейка? Коричневый. Шериф, оказывается, второй, да?
Ну, окей, второй шериф. Ну, ребятки, давайте, давайте. Сделайте красоту. Жаль, я не могу помочь им. Я бы подсказал, сказал бы. Это шериф! Валите шерифа! Валите шерифа. Он должен следить за порядком, а в итоге... В итоге вот так. Все опять проскипали. Выполню задание. Ради братвы не жалко и задание выполнить. Научился наконец-то карту эту проводить с первого раза. Ура! Даже удивительно. Так, с провода соединяем. Как ровненько получилось, а? Красотища. Справились с реактором? Ну, вся толпа здесь, в сборе. Еще одно. Тоже ровненькое, блин. А, не, почти ровненькое. Немного крест-накрест. Но ничего страшного. Что, я все выполнил, да? Или что-то мне еще нужно сделать? А, почему-то список не отображается. Он просто слишком длинный. И поэтому решили его не отображать. В этом все дело, в этом вся проблема. Готово, готово. Задание выполнено. Может, по метеоритам пострелять? А, не, послежу за донарчиком. Донарчик, донарчик, а куда же ты бежишь? Чё там люди пишут? Выхухоль, о, выхухоль же тоже мертв. Зеленые и коричневые. Ну, да, да. Донарчик, все правильно, зеленый, ну точнее салатовые. Все правильно, да, да. А я почему-то на периодика начал гнать. А, все правильно, да, все правильно. Все, что-то я сам себе говорю запутал, друзья. Короче, мы проиграли, жалко. Донарчик не заметил тогда мой труп. А я так много повторял донарчик периодик, что сам себя запутал. Ладно, окей. Жалко. Периодик же мой братан и убил меня. Ну что, поехали. Следующая битва. Давайте. Не хочу, правда, в самом начале умирать. Это обидно, очень обидно. Но член экипажа. Окей, член экипажа. Побежали. Хотел хотя бы раз сегодня побыть... Надо ставить 3 предателя, тогда у меня шанс больше стать предателем. Так, ну я сканируюсь. Как бы и все остальные ждут скана, или... Или выжидают, пока я закончу, и чтобы меня грохнуть. Давайте посмотрим. Милкшейк отметается. Никсон, братан. Давай, если ты просканируешься, то все будет здорово. И опять же, они являются свидетелями того, что я сканировался. Это самый лучший детектор, Никсон. А чё ты не сканируешься? А чё ты тогда здесь стоял, если ты не хотел сканироваться? Очень странное поведение. Очень странное. Я подожду пока, хотя, блин, все равно... Милкшейт и... А чё они вместе-то бегают? Непонятно. Что тут делать? А. Кнопка же большая. Окей. У нас какая-то снова проблемка здесь намечается. Что за проблемка? Это у нас очередная кнопка. Набрали канистру, теперь ее заполнили. Ну, в смысле реактор. И бежим дальше. Взгляну-ка я на камеры. Ага, не взгляну. Нет ли... Хорошо.
Хорошо, Донарчик, ты мне отомстил за мои слова. Ты мне за мои слова отомстил. Ты мне за мои слова отомстил. Согласен, согласен. Больно. Опять первые. Ну что за ёлки-метёлки? Я не знал, от кого убегать, кого подозревать. Ну, Никсон, может, второй, и все, что могу подумать. Желтый. Да салатовый, салатовый убийца, блин. Динарчик и розовый. А кто у нас розовый? Розовый у нас Генри. Динарчика, да, надо Динарчика вальнуть. Черный норм, все, выхухоль второй. Динарчик защищает черного, значит, все, друзья, я понял. Значит, выхухоль, Динарчик они и выхухоль. Получается, два убийцы у нас. Да, Саню убили, Саню убили. Меня можно было еще по красному цвету вычислить, потому что я везде использую красный цвет. Такие дела. Да меня первым валят. И ведь не специально, наверное, он преследовал меня. Он просто зашел, смотрит один человек и... Давайте вольнем Саню. Давай вольнем Саню, конечно. Саня ведь не хочет жить. Желтого выкинули. Какуна. За что его вообще выкинули, я не знаю. Просто подставили. Просто жесткая подстава. Я вообще ни разу не видел такого, чтобы миссии были выполнены и была победа. Всегда все заканчивалось либо выкидыванием всех предателей за борт, либо смертью всех членов экипажа. И все. Так оно обычно и бывает. Так, опять канистра. Это чисто классическая схема, всегда рабочая. Что здесь? Здесь, да, электричество? Тупо всегда рабочая схема. Синего вальнули. Никсон, значит, не предатель. Значит, все же выхухоль. Значит, все-таки выхухоль. Никсон, кто тебя? Кто тебя вальнул, Никсон? Мне интересно знать. Зеленый. Опять зеленый? Да елки-палки. А второй-то когда будет действовать? Что говорит выхухоль? Надо проследить за его речью. Розового? Ну, я не знаю. Они подстрекают кого-то вечно выкидывать. Кто гнал действительно на желтого? Я не... Блин, я вот сейчас спалился. А как я палил себя-то? Как я спалил опять? Блин. Из меня хреновый шпион получится. Вот, друзья, и все. Все, что есть. Не только я. Ёжик еще это делал. Такс, 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 такс. Что же будет, что же будет? Все скипают. Предатели победят. Без них нам... Без нас с Никсоном им не выиграть, друзья. Без нас с Никсоном это просто... Без шансов. Такие дела. Никсон, Никсон. Чем мы будем с тобой делать призраками-то? Нижний двигатель. Давай ремонтировать нижний двигатель. Точнее, заливать топливо. Сначала в верхний, потом в нижний, блин. Жесть. Задание все равно мы не успеем выполнить. Так что тут дело такое. Ну и кто же, кто же, кто же? Где же нашли? Где? Опа!
А, так два зеленых, смотрите, они могут путать. Я бы тоже спутал салатового с зеленым, так что это нормальное. Зеленый опять. Я думаю, второй выхухоль. Динарчик его защищал. С чего бы динарчику защищать обычного члена экипажа? Розовый и зеленый? Ну, не знаю по поводу розового. Ну, сейчас посмотрим. Пельмень, но не пельмень, это ну не пельмень! Не может уже это быть пельменем. Да. Пельмеша, прощай, братан. Ха-ха, блин. А Генри, все же Генри, блин. Все же Генри, а я всю игру думал на выхухоль. Жалко, ошибочка вышла. Но ладно, следующая катка сейчас. О, сразу поехали, не будем ждать. Жестко получилось. Давай, порадуем. Ну, пожалуйста, Да-да-да-да-да. Эх. Побежали. Все бегут сюда. Смотрите, а розовый побежал налево. Товарищ. Товарищ розовый и ярый дрочь и розовый. Они побежали налево, в то время как все побежали направо. Динарчик, даже не приближайся ко мне. Даже не думай ко мне подходить, братан. Даже не стоит. Даже не пытайся. Так, и здесь ничего нету. Даже не пытайся. Опа. Никсон, братан, опять Никсона убили. Никсон, что же они делают? Никсон, друг. Бедный Никсон. Странно, что я не умер вместе с ним, а ежик погиб. Они не... Блин, это было бы люто. Ладно, я не знаю. Я вальнул Саню. Вот, видите, периодик думает, что Саня это ежик. Ну, Саня жив так-то, сейчас-то не вальнул меня. Да, скипать нужно. Все на голубого. Шериф, давай ты не будешь на голубого ни с того ни с сего гнать. На периодика. Типа, нет смысла. Не надо на меня просто так, без причин. Типа, может быть это Саня? Да, давайте за Саню. Нет, так же нельзя, может быть. Нет, я, конечно, голосую иногда, может быть, но не в этот раз. Не в этот раз. Я скипаю. Смотрим дальше обсуждение. О, Саня белый, он думает, шериф. Но Саня, видите, то есть... Ёжик сделал так, что все думают, что это я. Принято решение пропустить голосование. Да, да, да. Два предателя осталось. Ярый дрочь. Шериф покинул игру. Чё покинул, блин? Ну, вряд ли он был предателем, если он покинул игру. Я стопудово думаю, ярый дрочь. Он стоит за стенкой и караулит. Все, это стопудово он. Инфосотка. Чё он стоял вот так вот за стеной и караулил? Видели, да? Вот так стоял за стеной. Какун. Не надо. Какун, нет, нет. Я тебе ничего плохого... Я не делал тебе никакого плохого зла, отстань от меня. Отвечаю, ярый дрочек какун, два этих негодяя. Он меня гонит к ярому дрочу в ловушку. А, они не стали убивать. Не стали убивать. Не стали убивать, товарищ. Выхухоль, динарчик нормальные.
Хорошо, ярый дрочь. Не забыть, главное сейчас не забыть. Самое главное, что я бегаю, я даже не знаю, какие задания нужно выполнять. Просто бегаю, спасаюсь, пытаюсь выжить. Все, что у меня сейчас на уме. Просто выжить и проголосовать за ярого дроча. Хорошо. Нихера себе. Да, темно-зеленый, я же говорю, темно-зеленые. Ярый дрочь. Фиолетовый и... Ярый дрочь, я за ярого дроча. Насчет другого я не уверен, но ярый дрочь очень странно стоял тогда. Это наш шанс сейчас. И фиолетовый, говорят, вылазил. Из вентиляции. Наш шанс победить сейчас. Синий вообще мертв, братан. Ты не можешь думать, что синий, потому что синий мертв. Ярый дрочь предатель, смотрите. А потом сразу за фиолетового, чтобы тоже его выкинуть следом. Да, ярый дрочь. Прощай. И я сразу... 13 секунд, надо ждать. Ждем. Не подходи. Давайте фиолетового. Да, как он со мной стоял, тоже хотел его. Розового. Ну, розовый, фиолетовый, как бы, без разницы. Голосуем против него и побеждаем, я думаю. Готово. Ну, мы с Какуном как бы против двоих проголосовали. Вряд ли они проголосуют тоже против двоих. Поэтому дело тут такое. Товарищ. И товарищ воздержался. Товарищ, голосуй. Прощай, товарищ, братан. А если это подстава? Да, класс. Ха, победа, друзья. Воу. Круто. Мы сделали это. Класс. Классно. Вот так надо побеждать. Да, круто. Все, друзья, большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Обязательно поиграем еще. До новых встреч. Всем удачи. Пока. Будьте счастливы.